Только попробуйте мне что-нибудь сказать про связь. Связи все равно нахрен нету никакой. Тоже мне, блин, Европа. Ну и что? Это у нас наш любимый Тор. У Тора есть молот. Боюсь сходить с этого места, чтобы не потерять трансляцию вообще. Так, Саша. Так, что тут у нас еще? Как вы понимаете, Капитан Америка. Такой, более чем чахлый. Ну что, пойдем в обратную сторону? Возможно, нам повезет со связью. Сейчас люди сделают фотографию. Качество плохое, да качество просто ужасное. Идем дальше, двигаемся. Будет плохое качество, выйдем вообще. Да, графика плохая. Ничего не видно. Перевернуть на себя, как грибы. Как грибы. Да не как грибы. Так, почему так плохо с интернетом? Да потому что связи здесь нет никакой. Пойдем куда-нибудь выйдем, чтобы вообще было нас слышно. А то музыка орет, связь никакая. Может быть, наверху будет лучше. Так, Робби Уильямс за меня поцелуй, все квадратами. Не знаю, сейчас посмотрим. Снимай на камеру, выложите в YouTube. Так мы так и делаем. Мы уже все отсняли и решили, что мы выйдем еще и в перископ. Потому что мы уже полностью прошли все. За него ровно полчаса. То есть на монтаже выйдет где-то минут 10. И сейчас, соответственно, пошли сюда. Мощные пиксели. Блин, простите, что делать. Но смотрите на YouTube, скоро все будет. Мы уже отсняли с моей мастер где-то, наверное, часа 2.5. Так. Чего, друзья, не добавляю ВК, потому что мы туда даже не залазим. С интернетом реально задница полная везде. Так, где Ириша? У Маси сегодня день рождения. Как называется канал на Ютубе? Саша Шквак забиваете, там около 26 тысяч подписчиков, и сразу, соответственно, меня видите. 8-битный Шквак, привет. Привет из Выборга. Мася, у Маски день рождения. Да. И она у меня такая лохматая. С днем рождения, Масю. Мася, поздравляю тебя. Так. Мыльца, чтобы людей не пугать. Какое мыльца? Где мыльца? Так. Мастер на лучшее пожелание. С днем рождения, с днем рождения. Конечно, поздравляем. Так что тебя все поздравляет. Че, как здесь связь? Тоже дерьмо, да? Блин, пипец. На самом деле, везде показывают, есть Wi-Fi, но его с качеством вообще полная проблема. Так, нет, я не гей, наверное. В Ютубе есть видео. Я уже специально записал на Ютубе видео. Я не гей, вы задрали, блин. Мася моя, я... Что вам не нравится? Да ты, Мася. Это же все за деньги. Мы с тобой за деньги, точно. У нас же брак по расчету. Видео кубиками, но слышно хорошо. Так, ты девка? Ну, вы мне прям листите, как грибы. Грибы отстой. Они на вкус как прогорклые орехи, фундук. Что? А травка? Я просто один раз до этого в жизни курил, мне было потом очень плохо. В этот раз я курил, мне не было плохо, но я поймал такого шухера, что, блин, не в жизни сказать вообще, то есть вообще никакого кайфа. Я эту гадость больше вообще в руки не беру, полный отстой. Чего еще? Город очень красивый, очень много старинных зданий, очень много всего. Все, ушли куда-то в тишину. А чего не видно тебя, нет, плохой? Чего? Не знаю, тут вариант какой. Либо мы вообще не выходим, либо выходим хреново. А все хорошее качество смотрите на Ютубе. То есть мы сняли GoPro, вот у меня мой маленький рекодер. Так что вроде все должно было записаться, если я его нигде не грохнул. Не с теми куришь? Не знаю, мы курили с Масей, у нас был еще провожатый Станислав, он нам помогал, но, собственно, не знаю. Просто я от этого кайфа не испытываю, потому что я люблю все контролировать. А когда я не контролирую, я чувствую себя... Я потерялся во времени, я даже не знаю, где времени прошло, так что кайфа вообще никакого, да. Так, выходите, выходите. Сувениры в музее не берите, за углом магазина в 4 раза дешевле. Спасибо, мы вообще на самом деле сувениры особо не берем. У нас задача какая? Мы отдыхаем, спим, гуляем и снимаем видео для вас, ну и собственно для себя. Так, есть отличие реакции людей на вас в Европе и России? Абсолютно есть, потому что я на самом деле здесь даже обалдел. На меня практически не обращают внимания. Ну то есть как, обращают внимание в связи с тем, что, не знаю, там попа у меня такая, не знаю, что, может быть, выгляжу я так все равно несколько нестандартно. Но это все настолько мягко и ненавязчиво, да. А в России, конечно, да, в России там, смотрите. Так, ну что, я смотрю, трансляция падает, значит, качество связи точно говно. Так, я лесбиянка, говорят. Это, кстати, недалеко от правды. Все, мальчики, девочки, давайте. Пока, до встречи. Смотрите все на Ютубе. Будет где-нибудь связь. Выйдем еще раз на трансляцию. Пока.